Асимметрия и скрученность осанки приводит к асимметрии лица. В лице появляется так называемая шахматообразность, когда одна орбита шире, чем другая, а угол нижней челюсти с противоположной стороны более открытый и наполненный. Такие асимметричные лица имеют асимметричные морщинки, асимметричные носогубные складки. И это же, конечно, формирует избыточное напряжение мышц лица, скованность мимики, делая лица менее привлекательными. Давайте с вами сделаем урок движения по методу Фельденкрайза, который уберет скрученность в теле и сделает черты лица более гармоничными и привлекательными. Лягте, пожалуйста, на спину и расположитесь комфортно. Почувствуйте, насколько симметрично прижат к полу таз, какая ягодица давит на пол ярче. Почувствуйте, насколько симметрично на полу располагаются лопатки и плечи. Не приподнято ли одно плечо и больше напряжено? Оцените свое лицо. Какая орбита вам кажется больше? Строго ли симметрично в потолок смотрит кончик носа? Откройте, пожалуйста, рот. Оцените симметрию его открытия. Великолепно. Теперь, пожалуйста, согните ноги в коленях. Поставьте стопы на пол. И надавите одной стопой в пол. Пусть это будет правая стопа. Давайте правой стопой надавим в пол. Мягко, плавно вернемся обратно. Еще разочек надавите правой стопой в пол, почувствуйте, как скручивается ваш таз. Мягко, плавно вернитесь обратно. В очередной раз, надавливая стопой в пол, приподнимите плечо с этой же стороны вверх к потолку. Мягко, плавно вернитесь обратно. Надавите правой стопой в пол, правое плечо поднимите к потолку, а голову, пожалуйста, поверните направо. Мягко, плавно вернитесь обратно. Надавите правой стопой в пол, поднимите правое плечо по потолку, голову поверните направо. Мягко. Плавно повернитесь обратно. Надавите правой стопой в пол. Поднимите вверх правое плечо. Посмотрите головушку, поверните головушку налево. Мягко, плавно вернитесь обратно. Надавите правой стопой в пол. Приподнимите правое плечо к потолку. Голову поверните налево, а глазками посмотрите направо. Мягко, плавно вернитесь обратно. Надавите правой стопой в пол. Приподнимите правое плечо к потолку. Поверните голову направо, а глазками посмотрите налево. Мягко, плавно вернитесь обратно. И еще разочек. Надавите правой стопой в пол. Правое плечико поднимите потолку, голову поднимите, поверните направо, глазками посмотрите налево. Мягко, плавно вернитесь обратно. И сделайте эти же самые движения, но с противоположной стороны. Надавливая левой стопой в пол, приподнимая левое плечо и поворачивая голову и глазки в противоположных направлениях. Такая разнонаправленная ротация между тазовым и плечевым поясом, головой и направлением взгляда выровняет скрученность в осанке и придаст чертам лица большую симметрию.
Присоединяйтесь к урокам движения на сайте feldenkrais.spb.ru.